Я не был его лечащим врачом. Я просто анализировал и разбирал медицинскую составляющую его отравления в Омске по медицинской карте из той омской больницы. Их было две. Одна официальная, другая полученная неофициальным путем. Я сравнивал, что там вымороли и так далее. Плюс тогда, когда уже Алексей вернулся, и его начали постоянно отправлять из тюрьмы в тюрьму, да, этот штрафной изолятор, это бетонный блок с очень жесткими, какими жесткими, жестокими на русском языке правилами, то его друзья и родственники передавали мне его медицинскую карту, которую ему удавалось получать тогда еще из Владимирской тюрьмы для анализа, потому что там фельдшер, врач, там без компьютера все написано, и надо немного понимать врачебный почерк, чтобы это разобрать и понять, что происходит с Алексеем. Поэтому для меня он не чужой был человек. Я действительно его воспринимал как человека, медицинскую историю которого я знаю очень хорошо. И я воспринимал его как бесконечно смелого человека. Вы знаете, Алексей был религиозен. Он в этом плане он был светским человеком, но он был действительно глубоко верующим человеком. И я думаю, что когда мы говорим, почему он вернулся, это был один из мотивов. Он чувствовал, мне кажется, свою... Он был готов жертвовать собой. Единственное, в чем он мог ошибиться, в россиянах, которые не вышли. Нас вышло тогда на улице 50 тысяч по всей стране. Что это 50 тысяч? Для России это ничего. Если бы нас было 5 миллионов, из них 2 миллиона только в Москве, то вполне возможно, что не было бы и Путина у власти, и не было бы, и Навальный был бы живой. Никакого другого термина, кроме как убийство, и констатация этого факта не существует. Было это продолженным убийством? Или нужен был какой-то пусковой момент? Возможно, мы об этом никогда не узнаем. Но это было убийство в любом случае. Продержать человека 300 дней в бетонном футляре, еще последние месяцы и последний месяц за полярным кругом, тогда, когда там температура очень низкая, с прогулками этими в 6:30 утра, да, конечно, это... И человека еще полностью не восстановившегося после тяжелейшего отравления, после кома, вообще неизвестно, возможно ли полное восстановление после таких отравлений. Конечно, это продолженное убийство. Может быть, там был и какой-то пусковой момент. Не знаю, смогут ли расследователи, такие как Христо Грозев, как команда Навального, фонд борьбы с коррупцией, смогут ли они что-то найти, что указывало бы на что-то, но вот... С точки зрения оценки того, что произошло, мне кажется, что это не очень важно. Это убийство.